I'm not sure about you. I do have the click, I added, I didn't have my presentation. So, you have to click it and then you can see you. And then we can pass it to whoever is going to have a question. Yes. So, we do one round with Nick and Malik, and then we take some questions, and then we do a second round to break it up, and then we start with is everybody here? Could you look towards me, please? Thank you. Okay, thank you. Hello. So, ich grüße Sie alle, begrüße Sie zu dieser Sitzung, die Zukunft des Internets der Dinge. Wir werden darüber sprechen. Здравствуйте. Я вас приветствую. We're joined today by panelists. Мы будем говорить о будущем интернета вещей, и к нам подключились люди со всех концов мира, из Ганы, Индонезии, Германии, Замбии. У нас представители сегодня здесь. Мы разделим наше заседание на две части. Сначала мы будем слушать Бенедикта Абенрофа из компании Microsoft и Валид Асакафа, который преподает в университете и также является одним из директоров ISACS. Мы примем ваши вопросы и потом продолжим наш разговор со всеми участниками из всего мира. Меня зовут Солана, я работаю здесь, в Берлине, и
Я очень заинтересована этой темой, потому что мы только что опубликовали собственный документ. Речь идет о частности, частной жизни и как передумать умные квартиры, умные дома. То есть мы рассматриваем всякие приборы, которыми пользуются в частных домах. И в этом контексте мы разговаривали с многочисленными экспертами, которые работают на самых разных уровнях, и которые пытаются решить этот вопрос, будь то на уровне просто бытовом, или же на уровне городов, и даже на уровне стран. Поэтому я с небольшим нетерпением жду ваших вкладов в эту дискуссию. Начнем с Бенедикта, который представляет фирму Microsoft. Спасибо большое за то, что вы мне предоставляете слово сегодня. Большое спасибо также организаторам этого заседания. Меня зовут Бенедикт, я работаю на фирму Microsoft. Я занимаюсь стратегией безопасности продукта, который называется Azure Sphere. Я хотела бы поговорить о трех вещах. Сначала о распространении IT, особенно в контексте контролеров. Потом, во-вторых, о рисках безопасности, и третье, что же мы можем предпринять против этих угроз. Так как я выступаю первым, я хотел бы вкратце поговорить о том, насколько сильно влияние технологий интернета уже сегодня. Вы наверняка уже слышали многое об этом, и у вас, наверное, у самих очень много приборов, но в общем, они, конечно, очень многочисленные, эти препараты. Мы предполагаем, что до 2025 года мы будем считать приблизительно 80 миллиардов вещей, которые будут взаимосвязаны. Почему это число так высоко? Я думаю, есть две причины этому. С одной стороны, это, конечно, из-за технологии. За последние 10 лет мы видели, как быстро может распространяться IT в связи с более низкими ценами, и, во-вторых, с очень быстро развивающейся технологией, например, с технологиями, с облачными технологиями cloud. И потому что все, будь то солярные препараты, будь то самолеты, даже игрушки, все может быть друг с другом связано. Сенсорами можно, например, установить, если где-то газовая утечка в доме, предприятия могут одновременно манипулировать миллионами разных аппаратов, и это все причины, почему IT настолько востребованы. Это также предоставляет хорошую возможность предприятиям и вообще всем заменить старые модели и ввести новые. Конечно, этим заинтересованы предприятия. То есть есть очень много причин, почему мы все хотим пользоваться этими технологиями. Во-первых, что значит, в принципе, IT-технологии интернета? С одной стороны, нет такого универсального определения этого слова. Есть очень разные точки зрения о том, что это, в принципе, может быть и как это сопоставляется с физическим миром. И потом, то, что вы видите здесь с левой стороны на моей презентации, это только пример. 9 миллиардов приборов строятся в год, и сразу пользователи начинают ими пользоваться. И это касается всего, например, ламп, микроволновок, микрофонов даже.
И это было введено в начале 70-х годах. Но исторически, конечно, эти вещи были не подключены к интернету изначально, и только 1% этих вещей сегодня подключен к интернету. Но вот этот вот 1% действительно, вероятно, изменится. То, что вы видите здесь, на этой картинке, это первый пример, там, это радио. Когда мы это впервые увидели в 2014 году, мы поняли, что это, конечно, кардинально изменит мир IT. То, что вы видите здесь, если этот чип, если бы вы купили бы его в 2014 году, то он бы стоил $2.15. Теперь подумайте о этой цене. Цена за чашечку кофе соответствует этому. Я считаю, что это действительно впечатляет. Но так как со всеми вещами в области технологий с возможностями также сопровождаются, возможности всегда сопровождаются рисками. Вы знаете, что можно контролировать совершенно разные вещи, холодильники, бэби-мониторы или даже аквариумы. И последствия всех этих вещей, конечно, очень сильны. Если что-то ломается, это ваши данные могут продаться, вся инфраструктура может рухнуть, это даже может угрожать вам чисто физически. И, конечно, это влияет и с социально-экономической точки зрения. Кто же стоит за всеми этими нападениями? Вы видите здесь разработку. Правительство США, они составили такой список и показали, что есть много очень игроков, которые хотят разрушить целые области промышленности, другие хотят украсть интеллектуальную собственность. И важно здесь знать, что в основном их число очень распространено, и мотивы у них совершенно разные. Каждая вещь IT может представить собой такую угрозу, будь то просто мыльница до телефона и так далее. Что же они видят, когда они смотрят? Когда они видят такой аппарат IT? Вот для хакера мир выглядит вот так. То есть, если кто-то хочет зайти в какую-то подключенную вещь, они могут физически иметь доступ к такой вещи и потом использовать какие-то слабые пункты в системе, разрушить коммуникацию, если разрушить шифровку, ввести ошибки в безопасность, в структуру безопасности этой вещи, то есть разрушить на эту вещь на каждом уровне. Но чисто теоретически, если вы думаете, что, конечно, доступ мошенник к этим вещам очень ограничен, но хакеры могут быть очень креативными и инновативными, и всегда могут провести себе доступ к компьютеру или какой-либо версии. Что же может потом случиться? Итак, ну, например, его можно просто разрушить. Представьте себе, что кто-то зимой перекроет ваше отопление, вашу систему отопления в доме и будет просить, будет вас шантажировать и просить деньги за то, чтобы это опять подключили. Данные можно украсть, частные данные можно украсть, можно узнать, кто где когда-то находится, следить за человеком. Данные можно даже изменить. Представьте себе, например,
что кто-то изменит систему в нефтедобывательной программе, это, конечно, полностью изменит работу этой системы. Это все, конечно, чего бы мы хотели избежать. Хотел бы еще вкратце описать следующий пример. Если вы посмотрите здесь на эту картинку, то надо было бы просто подумать над тем, какие риски связаны с этими аппаратами для пользователей. И вы думаете, что какая-то запчасть для машины может быть не очень опасна, но подумайте, что, может быть, кто-то возьмет и украдет это, или откроет, или подожгет какую-то запчасть. Это, конечно, будет иметь ужасные последствия. То есть все заслуживают защиту. Как можно достичь высокого уровня защиты? Мы поняли, что с тем, чтобы достичь высокого уровня защиты, надо владеть хотя бы 7 возможностями, если вы так хотите. Я не буду сейчас детально это описывать, вы увидите это в конце моей презентации. Но всегда они пользуются, надо узнать, где у вас находится самое слабое звено и какие опасности с этим связаны. Некоторые вещи у вас есть в форме с программного обеспечения, некоторые в облачном обеспечении. Все это обеспечивается программами для вашей защиты. Также система должна быть обновлена, если вдруг кто-то в нее проникнул без вашего ведомства. И мы это разработали и написали научную программу, и, конечно, мы вам ее предоставим, если вы заинтересованы. И в заключение я хотела бы просто вкратце поговорить о том, что же делает правительство с тем, чтобы защитить нас. В США все думают, конечно, о Калифорнии. Калифорнии требуется, чтобы для ключевых слов, для паспортных слов, что все должны выполнять минимум задачу, минимум и соответствовать минимальным требованиям по безопасности. В основном, конечно, правительство в Великобритании, например, работает активно над тем, как вести высокие стандарты безопасности. И в Японии даже ввели кампанию, где предоставляют такие IT-аппараты, и в Сингапуре опубликовали доклад, в котором просят активно правительство участвовать в создании безопасной сети. Я напомню, что в сентябре 2016 года у нас был инцидент, где напали на наши системы. Технологической с точки зрения это, конечно, очень давно уже было. И можно сказать, что не очень многое изменилось в области безопасности с тех пор. То есть мы все согласны, что потребителям нужно больше безопасности, и мы над этим будем трудиться. Спасибо. Thank you, Michael. Большое спасибо, Майкл. Следующим мы выслушиваем Фарид Аль-Сатаф. Большое спасибо. Для меня большая радость принимать в этом участие. У меня две функции, которые я исполняю. Во-первых, я являюсь ученым исследователем в области интернета. Кроме того, я являюсь членом направления в Internet Society. Ну, я сосредоточусь на своей последней роли, которую я назвал. И дополнить это моими теоретическими знаниями. Мы можем посмотреть на данные, и это нам помогает понять реальность, окружающую нас. А я хочу сказать о новых исследованиях Internet Society совместно с Consumer International, это организация по защите прав потребителей. Потому что одна организация самостоятельно не может достичь
больших хороших результатов. Концепция интернета вещей является очень комплексной. Что могут сделать пользователи? Речь идет и о своей позиции, и о своих восприятиях. Хотел бы спросить публику именно о том, что мы сделали, что мы опрашивали и наших, скажем, людей в ходе опроса. Сколько из вас, сколько человек из вас, или кто из вас, или вы можете поднять руку? Нет. Вопрос следующий. Те, кто издает законы, должны ли они регулировать стандарты в рамках системы интернета вещей? Как вы думаете, кто из вас думает, что этим должен заниматься законодатель? Или вы считаете, что производители должны определять определенные стандарты? Если вы это считаете, поднимите руку. Можно здесь голосовать несколько раз или только лишь один раз? Я только лишь хотел посмотреть, сопоставимо ли это с данными нашего опроса. У вас не будет дополнительных голосов, только лишь из-за того, что находитесь на подиуме. Каждый прибор в интернете вещей состоит в контакте с группами, должен связать с группами, значит, там есть производитель, есть законодатель, есть канал сбыта, и там осуществляется непосредственная коммуникация с клиентами. Поэтому кто из вас верит в то, что те, кто сбывает эти приборы, чтобы они также выступали за согласование стандартов для интернета вещей? Только лишь один. Это интересно. Восемьдесят процентов тех, которых мы опросили в рамках нашего опроса, а это было около 1000 человек из различных государств, из Австралии, Канады, Франции, Японии, Великобритании и США, значит, из 6 государств. Значит, по 1000 из каждой страны, 6000 было общее количество. И мы задавали им следующий вопрос. Считают ли они, что законодатель должен определять стандарты по защите частной среды? 80-80% были мнения, что этим должен заниматься законодатель. Намного больше, чем здесь. 81% высказался, что и у производителя есть определенная ответственность за данные вопросы, вопросы безопасности и частной, так сказать, жизни. А что касается системы сбыта, 80%. Ну, здесь энтузиазм намного понизился в данном помещении. Это может быть связано с тем, что уже довольно поздно. Это показывает именно отношение потребителей к интернету вещей. У законодателя есть, конечно, очень важная роль, и это относится в особенности к промышленным государствам. Не знаю, была бы ли такая же ситуация в развивающихся государствах, но в развивающихся государствах, наверное, интернет вещей такую большую роль не играет. Кроме того, мы попросили также, что вообще наши пользователи думают об интернете вещей. Вопрос к вам. Кто из вас верит, что надо относиться с определенным недоверием по вопросу передачи данных через такую аппаратуру? Это значит, вы все не доверяете вашей аппаратуре? Нет, вы тоже не доверяете этой аппаратуре или этим приборам. Ну, скажем, 100%. Я себя не считаю. Сколько из вас или кто из вас считает, что или думает, что приборы в интернете вещей представляют из себя нечто такое немножко, ну, страшное, что нас немножко
заботит и так далее. Конечно, вы продаете этот аппарат, и вы этого, наверное, не боитесь. Для вас, конечно, позиция несколько иная. Вы считаете их тоже чем-то, ну, немножко страшноватым или нет? Вопросы, которые мы задавали, были именно этими. Мы спрашивали также и наших участников насчет того, как они могут ли они отключить именно возможность сбора данных с ваших приборов. Кто из вас вообще знает, что такая возможность существует? Насколько это вообще возможно? Где-то 60-70%. И последний вопрос. Кто из вас, кто имеет умный какой-нибудь прибор, умное устройство, кто из вас из вопроса безопасности не хотел бы купить такое умное устройство? Ну, у вас уже одно есть. Это значит, что у вас есть у всех умные устройства, и вы не заботитесь об этом. Есть люди, которые никогда не хотели бы купить такой аппарат, чтобы они, потому что они думают, что это грозит их безопасности. Они считают, что риски выше, чем польза, которую такие приборы приносят. Результаты моего опроса. 75% опрошенных лиц не доверяют, что касается вопроса передачи данных, они не доверяют этой аппаратуре. 63% это люди, которые считают, что данный вид аппаратуры является чем-то страшноватым. Это индивидуальное отношение. Это значит 63%. 50% опрошенных не знают, как можно отключить передачу данных в их аппаратуре. Это значит, у них есть эта аппаратура, но они не могут выключить функцию передачи данных. И 28% опрошенных лиц такую аппаратуру не хотели бы купить, потому что считают, что они опасны. Или представляют опасность. Это мнение, которое имеют лица в промышленных государствах. Это довольно большое исследование, но к деталям обращаться не буду. Но могу порекомендовать вам, чтобы вы посмотрели данное исследование, потому что это, конечно, нас немножко заботит, если мы говорим о будущем интернета вещей, потому что мы здесь имеем место с чувствами, с восприниманием, которое не обязательно соответствует реальности, но является довольно негативным отношением к интернету вещей. Но это не обозначает, что приборы или это являются чем-то хорошим или плохим, или эти устройства, но отображает то, во что верят потребители. Я уже довольно длительное время работаю в сфере журналистики и СМИ. Я считаю, что общественный дискурс, там различные извещения об хакерстве, в различных возможностях взлома через веб-камеры и так далее, что они, так сказать, накапливаются в сознании потребителя и в конце концов содействуют отрицательному мнению. Конечно, реальность показывает, что такие случаи бывают, которые вызывают большую шумиху, но эти случаи часто бывают довольно, так сказать, сомнительными, можно сказать. Например, нет полного сознания о том, как использовать данную аппаратуру, данные приборы. Сначала надо, может быть, прочитать инструкцию, чтобы ознакомиться с рисками и как можно эти риски избежать. Но с точки зрения потребителей, была и такая идея посмотреть с точки зрения потребителей на данную тематику, изучить ее с точки зрения потребителя, с тем, чтобы провести
или связать интеллигентные компании, которые бы пояснили человеку, как можно пользоваться интернетом вещей и как надо пользоваться и работать с данными, как можно повлиять на то, какие данные будут где-то собираться и где нет. Идея состоит в том, чтобы знакомиться не только лишь с физическими аспектами, скажем, производства приборов интернета вещей, но и посмотреть на то, как пользователи пользуются вот этими приборами. Я думаю, это было бы, наверное, для компании Microsoft тоже интересно, как производителю такой аппаратуры. Есть ли возможность непосредственной связи, интеракции с потребителями, с тем, чтобы понять их боязнь, их заботы, потому что в наш цифровой век, в нашем цифровом веке эта аппаратура ведь не работает сама по себе, и она аппаратура связана с целым рядом другой аппаратуры, может быть, самое слабое звено не производится Microsoft. Проблема видима, но она может привести к риску для безопасности не только одного домашнего хозяйства, но и целого ряда. И поэтому полезно изучить этот вопрос с точки зрения потребителя. Вы можете обратиться в интернет со сайта .org, и там вы можете искать по лозунгу Trust Opportunity. Это наименование того исследования, которое мы провели в мае текущего года. Могу только лишь порекомендовать вам изучить это исследование. Что касается Mozilla, вот у нас есть ежегодный отчет, у нас есть так называемый скрипометр. Это значит, пользователи могут оценить, насколько они считают страшным или страшноватым, как какие-либо компании работают с данными. И в завершение есть вопрос на веб-сайте. Вопрос в том, купили ли бы вы этот продукт. Часто лица говорят, да, я этот продукт буду покупать, несмотря на то, что считаю его немножко страшноватым. Это мы тоже установили. Это правильно. Важным является следующий момент. Если есть только лишь маленькие какие-нибудь белые места или пробелы в безопасности, после того уже был произведен этот продукт, уже продан этот продукт, тогда в этом случае большую ответственность несут и производители, и законодатели. Все они несут ответственность за то, чтобы клиенты вовремя получили соответствующее извещение, потому что семьи и дети пользуются этими приборами, и эти пробелы следует, конечно, перекрыть. И поэтому ставится здесь вопрос, где можно именно вмешаться для того, чтобы решить такие проблемы, и какое отношение это имеет к управлению интернетом. Вопросы частной, так сказать, личной жизни и безопасности часто обсуждаются без большого, так сказать, различия друг от друга. Но есть ли у вас какая-нибудь взаимосвязь между этими обеими вопросами? Вы говорили много о вопросах безопасности. Если бы у аппаратуры были лучше системы безопасности, тогда они стали бы наверняка более безопасными. Хороший вопрос. Эти два элемента во многих случаях являются сопоставляемыми, но не всегда. Но необходимо является исполнение определенных минимальных стандартов. Пользователи и потребители должны знать, что есть определенный минимальный стандарт. Возьмем мою маму, я не ожидаю от нее, чтобы она читала какие-либо исследования и после этого обращалась бы в магазин и на базе своей информации приняла бы решение о покупке интернета, проинформировавшись до этого. У многих клиентов вообще нету какой-либо информации о безопасности данной аппаратуры. Важно
лучше размещать информацию о безопасности и с тем, чтобы потребитель имел возможность принять правильное решение. Например, улучшенные стандарты шифрования, другие технические возможности. В США комитет по торговле ввел судебный процесс с производителем, где в результате была улучшена безопасность для потребителей. Я думаю, потребители должны знать, что существуют минимальные стандарты. Есть у нас какие-либо вопросы от участников нашего подиума? Привет. Часто были предложены предложения, чтобы производители напечатывали, скажем, срок годности на своих продукции, чтобы, так сказать, было определено, что после этого будет проведено обновление. И некоторые радикалы требовали даже того, что после истечения этого срока, чтобы у предпринимателей были возможности, которые купили соответствующую аппаратуру или прибор, чтобы они им предоставляли возможность актуализировать свое программное обеспечение, а именно в открытом доступном пространстве, как вы считаете, или в бесплатном виде, так сказать. Посмотрим это с точки зрения потребителя. Скажем, у нас есть аппарат, либо офлайновым, или онлайновый аппарат, он должен быть безопасным. Там должна быть хорошая инструкция по использованию данного аппарата, по его эксплуатации. Важно знать, что данный аппарат подключен к какой-либо сетевой структуре, какой-нибудь облачной структуре, и в этом случае два момента имеют особую важность. Во-первых, потребитель должен иметь вообще сознание о том, что делает данный аппарат. Есть у них эта информация, когда они покупают этот аппарат. Но часто они смотрят на оценки в интернете, например, в Амазоне, на платформе Амазона. А после того, как этот аппарат был приобретен, что вы делаете, если вы сомневаетесь в надежности этого аппарата? Достаточно ли ознакомиться с инструкцией по эксплуатации? Или можно по интернету связаться с производителем? Есть ли какая-нибудь услуга, скажем, предоставляемая клиентам, например, по изменению софта? Это относится к каждому аппарату, и очень важно, чтобы клиенты имели возможность, или чтобы они знали тот аппарат, который они купили. Что касается срока годности, что если речь идет о аппарате, это касается только лишь тех, по-моему, приборов, где производится актуализация софта, актуализация программного обеспечения. В интернете нету чего-нибудь, какой-либо статики. Есть различные протоколы, если вы будете одно время, скажем, в офлайновом режиме, но и если были решены какие-либо пробелы, и вы не провели соответствующее обновление, тогда, скажем, ваш прибор представляет определенную опасность. Но здесь должны работать обе стороны. С одной стороны, потребители, поэтому у нас есть такая инициатива Connect Smart. Эта инициатива очень полезна для того, чтобы проинформироваться перед покупкой аппарата. С другой стороны, есть промышленность и производители, и также сеть сбыта. И также есть, конечно, и среда законодателя, а именно правительство. Значит, здесь мы имеем дело с целым рядом сторон. Конечно, очень интересный вопрос, который мы здесь обсуждаем, потому что мы здесь видим,
что технология является и частью решения проблем, как осуществлен дизайн этих предметов, как это запрограммировано, как это все будет взаимосвязано, и как, что делать с шансами и с рисками. Потому что очень трудно человеку подумать о том, что он может все сделать, потому что у нас настолько таких много уровней, в которых мы находимся. Это мы можем быть дома, мы можем быть в общественном пространстве и так далее. Есть еще вопрос извне. Вопрос от Бениамина Атимояны из Бенина. Вопрос следующий. Из Намибии. У нас есть поколение пользователей интернета, и это поколение любит делиться информацией. Как мы можем вообще обеспечить кибербезопасность, и как она может функционировать личной, со защитой личной жизни, если молодые люди все закачивают в интернет. У молодежи есть такая тенденция предоставлять в онлайновом режиме определенные данные. Как это связано с нашей тематикой? Я это правильно поняла? Меня зовут Мерит, я являюсь уполномоченным вопросом защиты данных. Этот вопрос меня задают постоянно. Многие люди, будь то молодые люди, более старшего поколения, у них есть свои, так сказать, собственные контекстуальные потребности по разделению, скажем, или представлению данных. Даже дети защищают часть своих данных, своей информации. В этом случае противниками могут быть учителя или родители. От них они довольно хорошо скрывают всю информацию, которую они хотят скрывать. Но если они чем-нибудь хотят поделиться, то они это и делают, потому что это стало частью нашей социальной жизни. И это не обязательно плохо. Но по принуждению предоставлять данные это невозможно. Если какой-нибудь аппарат все, что вы делаете дома, передает на какой-нибудь веб-сайт, тогда это было бы, конечно, очень плохо. Мы еще не говорили об бизнес-моделях в сфере интернета вещей, но об этом вопросу мы еще обратимся позже. Сейчас хотела бы представить Лилия Бецоя из Ганы. Она выступает здесь за GCNet. Вы подготовили даже презентацию. Это прекрасно. Hello everyone and good afternoon. Добрый день всем. Я Лили Единоводча из Ганы. Я здесь представляю Service Limited GCNet. Здесь на подиуме было желательно послушать перспективу молодежи, и поэтому я приехала сюда, и это для меня большая радость. Мы провели проект по повышению уровня сознания о интернете вещей. Я хочу вам представить результаты этого проекта. На первом слайде вы видите вопрос. Значит, будущее является интересным. Вы готовы к этому? Да, поднимайте руку, если вы готовы к этому, подготовлены к этому. Я вчера просмотрела эту выставку, и было интересно. Один стенд был под названием «Internet of Humans», «Интернет человека» или «людей». Это я спросила, о чем идет здесь речь. Эта организация хотят человека поставить в центр внимания. Интернет, все новые технологии. И на этой основе развивать технологию, которая служила бы человеку. Это человека централизованная технология и подход такой, который ставит
человека в центре внимания. Я хочу говорить о наилучшей практике. Хочу говорить о том, что сами производители, но что и законодатели, и правительство могут сделать. Мы уже знаем, что все больше есть взаимосвязанных законов. Нет, аппаратов, извините. Но если аппараты все больше коммуницируют между собой, то, конечно, есть и все больше риска кибератаков, и потому что никогда не знаешь, кто может туда взломаться, и кто что-то там может услышать, увидеть и так далее. А вот в интернете вещей будет возможно, что между аппаратами будут, они будут обмениваться данными. И я хочу говорить о том, за что возможно использовать тоже интернет вещей. Например, для применений промышленности. Медицинские какие-то предприятия могут передавать в режиме реального времени данные о пациентах, учреждения медицинские какие-то. Это может быть очень хорошо и в Африке, например, в недоразвитых регионах, в моей родине, и в таких недоразвитых регионах инфраструктура играет важную роль, коннективность или взаимосвязанность. И, конечно, есть и аппараты для потребителей, личного потребления, умные холодильники, смарт-часы для фитнеса и так далее, для здорового образа жизни. Такие аппараты, которые собирают данные и облегчают жизнь, и риски, которые есть, очевидными являются. Если говорить о личной сфере, то речь идет о чувствительных данных, которые пользователи не хотят просто публиковать или делить с другими. Эти аппараты все время постоянно коммуницируют друг с другом, и никто не знает, сколько таких данных, сколько там туда-сюда идут и обмениваются аппараты данными. И думайте о социальных сетях. Там вы видите и фамилию, имя, адрес, иногда и место жительства и так далее. И вся информация, которую можно извлечь, и надо себе задать вопрос, сколько уже информации, это слишком уже информации. И речь шла о том, что молодые люди делят между собой, обмениваются информацией. Есть ясный ответ, если я не хочу, чтобы эта информация распространялась бы, то нельзя, чтобы распространялась бы, чтобы не попала бы информация в плохие руки. Хакеры могут употреблять эту информацию. Это может повредить моим интересам. И одна проблема, это проблема, которая нам всем известна, именно что интернет ни о чем никогда не забывает. И теперь вопрос безопасности. Сколько безопасными являются ваши данные? То есть, если вы предоставляете ваши данные, в каких целях они употребляются, что будут делать с ними? В прошлом году была сессия IGF, которая очень долго шла, потому что была очень интересной. Речь шла о дискриминации, не дискриминации. Люди хотели знать, откуда Facebook знает, например, скажем, или откуда Facebook получает информацию о своих клиентах. Например, за счет тоже, значит, данных вместо расположения самого пользователя. IoT is also part of emerging technologies, where we are all trying to grow with it and come to adapt. Да, данные о локализации пользователя.
И в этом исследовании речь шла о том, как мы к этому относимся. Да, вчера я услышала кое-что о положительной стороне технологии. Но технология просто быстрее и развивается, чем мы в состоянии принимать новые законы. Технология всегда один шаг идет вперед, и мы просто не успеваем. Однако мы не можем просто с этим смириться. Нельзя просто смириться, что технология уйдет там быстрее, и мы больше не будем иметь, так сказать, доступа к этому. Вот статистика, о которой я говорила, спросили, кто отвечает за безопасность такой аппаратуры. Я думаю, что эта ответственность надо поделить между правительствами, производителями и теми, которые торгуют этим аппаратурой, потому что самые производители могут соответствующие элементы встроить в свои аппараты, чтобы обеспечить защищенность личной сферы, чтобы это не было бы что-то, о чем забыли или потом подумали, а нет. Защита личного права на конфиденциальность, на личные данные. Это надо с самого начала занимать приоритетное место. Потом продавцы самые, которые торгуют этими товарами, они несут часть ответственности. Это касается сервисных услуг, например, куда можно обращаться, чтобы получить информацию. И если покупаете в какой-то компании аппаратуру, надо соответствующие брандмауэры тоже создавать и так далее. А мы сами, как пользователи, как потребители, тоже несем часть ответственности. Это самая слабая часть этой цепочки, звено цепочки, значит, самая маленькая какая-то ошибка может привести к огромным последствиям. Большие организации становятся жертвами таких кибератак, потому что какой-то там маленький сотрудник просто не соблюдал правила, не был достаточно осторожным. Я вам скажу с точки зрения потребителя, какие есть наилучшая практика, потому что интернет вещей предоставляет и открывает огромные шансы. И поэтому я вас спросила, насколько вы готовы к этому интересному будущему, который нас ждет. Некоторые из моих друзей от IGF молодежи 2018 года были активными на Твиттере и через хэштегов они информацию передавали, как возможно использовать эту технологию безопасным образом. Есть некоторые простые вещи сделать. Я рада тому, что некоторые из этих людей здесь присутствуют тоже в зале. Например, нельзя включить вещи, пока они необходимы. Если вы рассматриваете технологию как инструмент просто, как прибор, то это правильный путь. Надо всегда адекватный инструмент выбрать, адекватный аппарат. Если рубить дерево, то нельзя пользоваться ножем, конечно. Нельзя всегда свою локацию сказать другим, передавать другим, если это вам не нужно. Никогда не знаете, кто будет это употреблять. А как организация вы можете и какие-то директивы тоже регламенты вводить. Например, нельзя, чтобы пользовались бы на предприятии частной какой-то аппаратурой. Можно четко определить, что разрешено и что запрещено, например, в компании.
И еще один пункт, который является важным для организации и для домашних хозяйств, чтобы не давать другим доступ в собственную сеть. Конечно, можно для гостя иметь специальный какой-то подключение специальное, если у вас много есть людей, которые хотят пользоваться этой сетью. Речь идет о паспортах тоже, конечно. Я должна сказать, что я не очень последовательно к этому отношусь, но надо стараться к тому, чтобы иметь везде разные паспорты на разной аппаратуре. Я лично верю, я уверена в том, что, то есть я часто верю, что паспорты можно где-то хранить, чтобы их, но чтобы не забывать, но я могу только рекомендовать везде новые паспорты употреблять и всегда выйти из этих систем. Outlogging сделать, чтобы не остались бы с открытыми паспортами в системе. Речь идет тоже о подключениях USB O, или F. Флешки. И самое главное, чтобы программное обеспечение всегда актуализировать. Всегда бывают такие апдейты, и у меня очень много их, и мне кажется, что их слишком много, этих актуализаций. Но если активно хотите действовать, им сможете сказать, тогда и тогда будут проведены эти апдейты, тогда это будет полезным, чтобы это не все время перебывало бы вашу работу, например. Я думаю, это будет очень важным для будущего в рамках четвертой промышленной революции, которая, скорее всего, будет цифровой революцией. Это то, что я вам хотела сказать, изложить. Это наилучшие практики. Это то, что вы сами лично можете сделать для того, чтобы защищаться и быть более безопасным. Еще раз, значит, вы готовы к будущему, да? Спасибо вам большое. Thank you, Lily. Спасибо большое, Лили. Следующим выступает наш коллега из Индонезии. Большое спасибо. Добрый день. Хотел бы вас сначала поблагодарить за эту возможность. И я хотела бы поговорить об интернете вещей в Индонезии. В частности, хотела бы говорить о защите данных при пользовании интернета вещей. И буду, в принципе, говорить об интернете вещей. Совершенно недавно мы завершили проект по инфраструктуре, где должны будут связаться все страны с запада на восток через интернет-платформы, через интернет-площадки. И это должно создать хороший прогресс для пользования интернетом. Также мы создаем новые площадки для интернета вещей у нас.
В общем, можно сказать, что у нас существует самый большой рынок для платформы интернета вещей. А причины для этого – это то, что мы принимаем разные инновации, что наши индонезийские предприятия принимают такие технологии. И в заключение хотела бы сказать, что с 2020 по 2024 год мы будем проводить как один из главных приоритетов программу по цифровой модернизации, трансформации. Это также будет включать улучшение сферы услуг. То есть на 5 лет, 4-5 лет мы будем работать над улучшением сферы услуг и будем думать над тем, как цифровые технологии могут нам помочь сделать эту сферу более эффективной. Мы видим, что цифровая инфраструктура создается у нас есть теперь в разных областях. Посмотрим, например, на сельское хозяйство там. Или, например, в области рыболовства, или в области умных домов. 100 умных городов хотим мы построить за следующие 5 лет. И, конечно, промышленность тоже будет участвовать и участвовать в развитии этих площадок для интернета вещей. Что касается развития умных городов, я хотела бы сказать, что обычно мы концентрируемся на контроле трафиком и на очищении нашего воздуха в городах. То есть мы построим системы мониторинга с тем, чтобы за этим следить. В Джакарте, например, у нас несколько таких возможностей. И полиция всегда может использовать такие системы не только, чтобы использовать их в прямом предназначении, но еще и за тем, чтобы следить за преступниками. Полиция всегда будет в состоянии распознать, кто этот преступник, как его зовут и где он живет. Как же выглядят самые главные вызовы IT в Индонезии? Я думаю, что мы боремся с 3 главными вызовами. С одной стороны, мы работаем над инфраструктурой, и во-вторых, мы работаем, конечно, с человеческим капиталом. Ну и потом есть у нас еще правовые вопросы. Когда мы начали работать над новым законом, то мы увидели, что есть несколько проблем на уровне законодательства. Сначала нам нужны конкретные стандарты при использование IT, и также нам нужно обеспечить специфический уровень локального контента. Мы будем пытаться также более часто применять эти новые технологии с тем, чтобы эти продукты, новые продукты интернета вещей быстрее распространялись. Что касается инфраструктуры, мы поняли, что взаимосвязанность нам помогает устранять такие проблемы с инфраструктурой. И в этой области обязательно надо подумать и поговорить о безопасности данных, потому что все эти девайсы собирают данные частных лиц. И чтобы защитить наших потребителей, мы работаем над законом для защиты частного пространства потребителей. У нас по сей день было более 200 кибератак в Индонезии. 1 220 000 маленьких атак.
и несколько раз, однако, конечно, есть и некоторые истории успеха. Например, есть очень успешные стартапы, которые у нас начали работать. Ну, что же, какие же у нас развития в области данных частном пространстве? Воплощать технологические инновации, конечно, это наша задача, и гарантировать безопасность данных. Всего у нас 32 закона о защите данных, но очень часто они друг другу противоречат. А это значит, что у нас нет единости и последовательности в законодательстве. There is a suspected leak and abuse. No sufficient investigation is conducted, including... То есть, если кто-то не правильно и незаконно используют данные, им собранные, то после этого за этим не следует никаких правовых последствий. И это с этим мы хотим покончить. Правительство как раз разговаривает о разработке законопроекта для обеспечения более эффективной кибербезопасности. Но очень сложно на данный момент понять, кто же несет какую ответственность у нас в правительстве, потому что полномочия не очень ясно распределены. В других государствах это более ясно. Это инициатива для более высокого уровня и новых трансформаций, однако была не признана большинством в парламенте, и теперь мы очень выступаем за подход, многосторонний подход. Мы будем следить за потоком данных и за новыми инновациями в интернете. То есть, конечно, мы поняли, что наше общество надо больше образовывать, с тем, чтобы они больше понимали в области безопасности, в области безопасности данных. И в заключение хотел бы сказать, что в будущем, конечно, нам нужны ясные правила, которые будут защищать права человека. Человек должен стоять в центре наших инноваций, в центре технологий, потому что в конце концов человек становится и жертвой, когда неправильно обходятся с данными или как-то незаконно обходятся с данными. И особенно, что касается Индонезии, мы особенное внимание уделяем защите частных данных и пытаемся соответствовать международным стандартам. Мы очень надеемся, что в следующем году этот закон по защите данных и по кибербезопасности будет уже действовать, потому что, конечно, мы должны защищать свое частное пространство и обеспечивать цифровую безопасность. Как я уже сказал, это является явным приоритетом для нашего правительства. Благодарю вас. Вы еще не упомянули, чем занимается ваша организация. Я могу себе представить, что вы работаете на гражданское общество.
Да, действительно, наш институт является организацией по правам человека в области цифровизации. Мы пытаемся воплотить в жизнь этот многосторонний подход в Индонезии. Мы участвуем в разработке законопроектов и правил с тем, чтобы уменьшить риски в области законодательства. Потому что раньше мы собрали такой опыт, что очень часто законы повторялись, они становились все сложнее и сложнее. С тем результатом, что в итоге они были полностью неэффективны и не защищали частное пространство. Спасибо большое. Я уверена, что многие могут понять, о чем вы говорите, что правительство и провайдеры программных обеспечений очень часто разрабатывают программы, которые, однако, не соответствуют нашим требованиям с тем, чтобы защищать частное пространство наших потребителей и просто людей. Хотела бы предоставить слово нашей следующей участнице Марит Хансен. Она является директором Центра по защите данных в Германии. Спасибо вам. Я являюсь комиссаром по вопросам защиты данных в земле Шлезвиг-Гольштейн. У нас такая система, что мы находимся на самом севере Германии. Я думаю, что сейчас на экране вам покажут, где наша земля находится. Интересно, говорит выступающая докладчица. Я совершенно не знаю, о чем идет эта презентация, но вы видите, что это очень-очень сложная аббревиация ULD. Однако у меня не получается переключить и перейти на следующий слайд. Похоже, что это не функционирует. Ну, хорошо. А вот теперь вы увидели. Итак, на экране вам покажут карту. Ну, хорошо, явно это не работает, но неважно. Презентацию поставят онлайн, и я же попробую упомянуть самую интересную информацию. Я одна из регуляторов, представляю одного из регуляторов в Европе. Итак, я уже упомянула, что мы находимся на самом севере Германии. Вы видите, что Берлин находится на востоке и более южно расположен этот город. Итак, здесь вы видите некоторые фотографии. Но без текста. Итак, это совершенно нормальная ситуация. Очень много людей, а данные перерабатывают где-то там в тумане. Вы видите небоскребы и какой-то такой дисбаланс получается. И очень часто такая картина мне приходит в ум, когда речь идет о переработке данных. То есть очень много людей, никто не знает, что именно происходит с их данными. И один из таких моментов, который нам помогает, это GDPR, это закон о защите частных данных. Это, конечно, право каждого человека на защиту частных личных данных. Помимо этого, конечно, речь идет о недискриминации, защите частных данных, о свободе мнения. Это все является частью разных прав и свободы на европейском уровне. Ну что ж, будем надеяться, что все-таки что-то получится из этой презентации. Я, конечно, просто хотела сказать, что меня попросили приготовить эту презентацию в универсальном формате JPEG, но явно это не сработало. Итак, к
как это все реализовать? Вы много говорили о конфиденциальности, о безопасности, интегритете, доступности и так далее. Но надо подумать о других вещах. Например, несвязанность, когда надо разделить контексты, которые стоит разделить. И об этом очень часто не говорится. Все говорят о взаимосвязанности, все говорят о том, как же связать вещи. Но что же теперь открывается, что можно связать с человеком, с другими группами данных? Вы, например, недавно говорили об узнаваемости физиономических черт, это же тоже такая вещь, о которой очень часто говорят. И теперь мы говорим у нас о разделении полномочий. И очень часто не говорят недостаточно прозрачности во всех этих процессах. Когда мы понимаем, когда всем понятно, что же теперь происходит, а когда речь идет о статистиках, очень часто совершенно людям не ясно, что же происходит. И тогда, конечно, людям страшно. Когда непонятно, тогда всегда страшно. Если что-то скрыто, если вам что-то непонятно, то вам кажется, что от вас хотят что-то скрыть. И все это приводит к сложностям. Что касается интернетом вещей, искусственным интеллектом, все это ведет к новым вопросам. Ну и потом возможность как-то повлиять на эти технологии. Когда речь идет о том, как можно деактивировать сенсоры этих вещей, которые связаны с интернетом, то часто людям просто не ясно, как это можно сделать. И очень часто люди, которые предлагают услуги, не в состоянии как-то деактивировать и отключиться от интернета. То есть речь идет о том, как можно отключиться, особенно тогда, когда происходят ошибки. Когда я, например, не хочу, чтобы за мной наблюдали, я должна быть в состоянии отключиться от интернета в своем умном доме. Всегда задается вопрос, кто же здесь контролирует меня, контролирует кого-либо другого? Нужно ли вообще государствам или умным городам пользоваться этими данными? Потому что право на частность этих данных, конечно, должно быть гарантировано. Я совершенно не думаю, что это вообще возможно. Иногда абсолютно необходимо, если вам хочется, например, понять, что же сейчас происходит в мире, подключиться к интернету. И тогда вы подключаетесь и вас собирают данные, но вы должны подумать, нельзя ли как-то отключить данные. И если нельзя отключиться, как собирают ваши данные и зачем? Теперь нечто, что мы уже видели до того. Речь идет не о технологии. Я сама занимаюсь, конечно, компьютерами, но у нас есть и социальные проблемы, и сложности с интернетом вещей. Очень часто теперь об этом говорят в школах. Не потому, что они такие умные, не потому, что они хотят иметь доступ к интернету, а просто потому, что родители хотят подслушивать и хотят знать, как же учителя обращаются с их детьми. То есть, например, ребенку даются умные часы, и через эти часы родители послушивают, что происходит в классном зале. Но в то же время, конечно, они надзирают и других детей. Да, родитель всегда может вникнуть сюда, подключиться и сказать: нет, вы не имеете права так обращаться с моим ребенком.
Но если вдруг учитель не хочет, чтобы за ним наблюдали, или другие дети не хотят, чтобы за ними наблюдали, это совершенно не может быть принятым как стандарт, и поэтому эти умные часы запретили. Потом, то, что касается опекунов, если вы так хотите, то есть нянечек или медсестер, которые следят за вашими близкими дома, то за ними тоже наблюдают через какие-то девайсы дома или же в больнице. И очень похожие, аналогичные технологии используются работодателями, которые следят за своими трудящимися. И родители думают, что они, конечно, правы, потому что они хотят защитить детей своих или свою бабушку. Но надо как-то переговорить и договориться о тех правилах, как мы хотим друг с другом сосуществовать. Речь идет, конечно, не просто о нападениях извне, как это только что рассказывал Бенедикт, а может быть, просто ваша жена, ваш муж, родители или дети хотят контролировать отопление в вашем умном доме или же использование электричества. И хотят это делать совершенно иначе, чем желаете это вы. И они могут закрыть дверь, и вы не сможете зайти больше в этот дом. Или они приглашают домой людей, открывают эту дверь, и вы не в состоянии больше закрыть эту дверь. То есть это тоже вопрос сил в какой-то мере, вопрос влияния, если вы хотите. Это действительно возможность как-то мериться силами. Это же применяется, когда люди преследуют других людей. Администратор, например, может всегда что-то контролировать. Что же тогда случается с прозрачностью и с влиянием жертв? Это еще никто не решил. Теперь к моему выступлению, к моим слайдам. У нас, конечно, очень много возможностей строить технологии. И теперь у нас есть даже правила о защите частных данных, частного пространства. Но очень часто никаким образом они не обращаются к производителям, то есть речь идет исключительно о потребителях, и речи дискуссии об ответственности, о том, кто же несет ответственность, по сей день не окончательно решена. Если кто-то вдруг нарушает правила, то все обещают, что этого больше не произойдет, а на следующий день это происходит опять. Поэтому я считаю, что мы не можем верить в то, что скоро все будет решено. Нам просто нужны какая-то мотивация работать лучше. Большое спасибо. Мы слышали теперь много о вопросах безопасности в частной жизни, в частной сфере и об контроле. Хотел бы выслушать африканскую перспективу, которая касается защиты частной жизни, и с этим выступит Майка. Добрый день. Я знаю, что мы все, конечно, уже устали. И это является и последним заседанием сегодняшнего дня. Я постараюсь ограничиться 5 минутами и буду следить за часами. Меня зовут Майкл Еквишибу. Я работаю в полицейской службе Замбии. Я являюсь аналитиком. Если посмотреть назначение интернета вещей для уголовного преследования, тогда вы должны сопоставить две стороны друг с другом, с европейской и африканской перспективы. И с европейской перспективы это прекрасный инструмент для уголовного преследования. Можно лучше получить информацию, везде есть средства доказательства.
Но если посмотреть на африканскую перспективу, тогда это было для нас непросто. Начнем с наших законов. Интернет вещей – это технология, которая подключает очень большое число приборов к интернету или аппаратуры к интернету. Это обозначает, что если вы исследуете какое-либо преступление, то вы занимаетесь поиском доказательств. И очень много находится либо в самой аппаратуре, либо в облаке. Потому что у большинства аппаратуры есть не только лишь местная, локальная память, а загружает много информации в облако. Для нас это уже является большим вызовом в Африке. Возьмем следующий пример. Пример автономного автомобиля. Если я еду домой с моей машиной, и если я разрешаю своей машине поехать по городу без водителя, не знаю, как вы на это смотрите, но мы к этому еще не привыкли. Мы привыкли к тому, что у нас есть машины, в которых еще есть водитель. Я думаю, это приведет к тому, что сначала полицейские, сначала очень удивится, он видит машину, а в машине никого нет. Если вы видите в Африке машине, и видите полицейского, который увидит машину без водителя, и, может быть, машина и остановится, потому что она запрограммирована таким образом, это уже является большим вызовом. Представьте себе, что сейчас следующая ситуация. Данный автомобиль попал в аварию, в ДТП. Кто будет ответчиком в суде? Да, технология уже дошла до африканского рынка, но законы пока еще не адаптированы таким путем, как бы это было бы необходимо. Есть средства доказательства, но какими законами можем пользоваться для того, чтобы этот материал, чтобы эти доказательства были приняты в суде или допущены в суде? Мы должны в первую очередь следить за тем, чтобы вместе с аппаратурой интернета вещей и с приборами искусственного интеллекта, чтобы мы должны обеспечить коммуникацию, так сказать, с ними. Обыкновенные полицейские в Африке. Знаком с интернетом вещей только лишь в форме смартфона или, может быть, со смарт-вотч. Значит, сейчас сами, может быть, у него есть еще умный телевизор, но он, может быть, даже не подключен к интернету. Но теперь в Африке люди покупают приборы, которые называются Google Home, аппаратура Google Home. Но так как использование данных является очень дорогой и ограниченным, то эти аппараты не являются действительно умными. Они могут быть лишь умными, если они всегда подключены к интернету, и с точки зрения уголовного преследования, это обозначает, что мы сталкиваемся с целым рядом вызовов. Вам дается, например, какой-то аппарат, например, Амазона, и вы должны вызвать оттуда информацию из Echo Dot. Echo Dot не располагает внутренней памятью. В этом случае следует найти соответствующий аккаунт пользователя и само внедрение, введение интернета вещей на африканском континенте принес с собой целый ряд крупных, тяжело решаемых вызовов в области борьбы с преступностью. А если мы еще обсудим вопросы искусственного интеллекта, например, системы по опознаванию лиц, то, может быть, у вас есть соответствующая технология, но есть ли у вас законы, которые позволяют вам использование этой технологии? Откуда вы знаете, что эти доказательства вообще допускаются в суде или нет? Это значит, что всегда надо следить за обеими сторонами. Если вы в Африке, тогда мы должны смотреть на это с африканской точки зрения. Если вы находитесь в Африке или в Европе, то вы, конечно, занимаете европейскую перспективу. У меня есть вопрос.
встречный вопрос, потому что вы выступали довольно кратко. Развитие, о котором мы слышали, например, в Индонезии, что правительство привлекается к тому, призывается к тому более серьезно использовать соответствующие инструментарии до того, как разработаны соответствующие законы. Вы видите, что у вас есть соответственное давление. Например, что, ну да, технология решит наши проблемы, проблемы, которые есть у полиции, с уголовными преследованиями и так далее. Я думаю, это, может быть, происходит слишком быстро. Надо сказать, что закон всегда является последствием. Сначала есть проблема, которую можно, следует решить законодательным путем. Это значит, нельзя здесь ожидать того, что мы и будем идти нога в ногу с техническим развитием. Как это мы уже слышали, то это не является специфическим для Индонезии или для нашей страны. Это в общем везде так, потому что вы всегда опаздываете за технологией. Большинство правительств в состоянии развивать технологии без своевременного регулирования. Бенеджик от Microsoft. Можете ли вы себе представить такой мир, где производители такие продукции продают только лишь в те государства, где есть соответствующее строгое законодательство по защите личных данных, персональных данных? Я думаю, у всех потребителей должна быть возможность пользоваться этих технологиями, но они должны быть защищены, конечно, от определенных угроз. Microsoft не является демократически избранным предприятием, мы не определяем какие-либо законы. Но мы осознали, если технологии используются так быстро, если здесь есть опасность для потребителей, тогда демократически избранные представители должны быть в состоянии разработать соответствующие законы, издать соответствующие законы. И это относится не только к интернету вещей, но ко всем технологиям, которые являются настолько инвазивными, так быстро развиваются. Я думаю, правительства должны быть более активными. Как они конкретно будут действовать, то, я думаю, здесь следует сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с промышленностью. Но если дать голос потребителю, то в случае интернета вещей, то здесь часто бывает именно такая ситуация, что потребителя выслушивают или прослушивают. Я ежегодно слушаю, что у органов регулирования часто нет технического понимания для надлежащего регулирования. Как вы смотрите на этот вопрос с африканской перспективы? Может быть, еще зададите еще вопрос. Органы регулирования часто, их часто обвиняют в том, что у них нет достаточных технических знаний с тем, чтобы понять, как функционирует технология, как вы с такой ситуацией справляетесь именно в вашей стране. Если посмотреть на законодательство, то я могу здесь привести следующий пример из своей страны, из Замбии. В данное время многие государства говорят о регулировании искусственного интеллекта, о этике, о стандартах. Мы еще здесь ничего не начали, но некоторые из этих аппаратов уже находятся в стране, и их импортируют не правительство, а частные предприятия, предприятия, которые хотят делать бизнес, которые хотят заменить рабочую силу машинами, осуществить автоматизацию, понизить расходы и издержки. Это обозначает, что через год или через два, что мы, например, увидели, что в большинстве банков практически нету уже сотрудников, а есть только лишь автоматы. Нету, как это раньше было, служащих клерков в банке. И аппараты, и технологии, они уже находятся в стране. И только лишь после этого начинается регулирование этой деятельности. С точки зрения регулирования, то это регулирование может быть хорошим, если вообще предмет
подвергается регулированию, технология и находится в нашей стране, но если технология еще здесь, самой ее в физическом виде ее нет, тогда нет же возможности отрегулировать что-то, чего еще нет. Например, ситуация такая, если я импортирую автомобиль, тогда я должен за это достаточно много заплатить. Во-первых, я плачу соответственный налог. Налог также и за на бензин, а также налог с CO2. Если у вас 10 или 20 машин, тогда вы, конечно, подумаете. Начнете размышлять. Может быть, у вас с точки зрения Европы есть другая перспектива, другая точка зрения. Это не только технология, которая здесь противостоит органам регулирования. Здесь есть, имеют место еще и другие стороны и дисциплины, поэтому другие тоже должны быть заинтересованы в сотрудничестве с нами. Это, конечно, и вопрос оплаты, безопасности, вопрос сотрудников, но также и вопрос взаимного понимания. Это самая крупная проблема. Это обозначает, что если все будут подготовлены соответствующим образом, если они учились в университете или получили профессиональное образование, тогда очень часто мы имеем знания только лишь из своей сферы. А такие вопросы, как прозрачность, транспарентность, это нечто, что рассматривается в различных дисциплинах по-разному. И часто люди думают, что их дискриминируют, что их идеи не воспринимаются, но это может быть только лишь недопониманием. И мы должны быть, в принципе, рады тому, что существуют именно такие различные точки зрения, и мы должны рады тому, что существует возможность вести дискуссию по данной тематике. В каждое отдельное, так сказать, направление или дисциплине в Германии, то что у нас, например, есть еще неравноправие в отношении заработной платы для женщин и мужчин, и многие не любят работать в органах регулирования, потому что считают, что они там не получат соответствующее обучение, подготовку. Часто люди не хотят работать с технологиями, потому что они не являются их разработчиками, может быть. И университеты, конечно, здесь идут вперед, у них больше знаний, чем у нас, и этим с ними мы должны также, это должно можно учитывать. Также участие гражданского общества должно быть здесь учитано. Правительство, конечно, разрабатывает законы. И, может быть, закон опаздывает слишком, и, может быть, есть другие люди, которые намного лучше знают, как следует изменить существующий закон, но часто эти люди не вовлечены в процесс законодательства в достаточном порядке. Мы говорили также и о роли потребителя, но меньше говорили о их участии в качестве граждан. Мы привыкли к тому, чтобы дискутировать о том, что интернет является чем-то, что смывает границы между общественной и частной, приватной жизнью, и это влияет, конечно, и на семью. Ребенок, который связан с паутиной, он, конечно, также имеет, или на него оказывается влияние со стороны друзей, и он оказывает влияние на семью и на друзей. Может быть, в Гане есть новые формы управления такими технологиями. Есть ли так называемые основные правила? Может быть, это так же, как и такое правило, когда вы входите в дом, что надеваете обувь. Что сказать Ганы, то у нас действительно у нас создается больше открытых таких пространств, сообществ, где лица совместно работают с этой аппаратурой. Например, в Аккре, в городе Аккре, было уже два мероприятия, где мы
стремились поддерживать данное развитие. Мы свели друг с другом людей, например, фонд именно Эли Пфайфен или Mozilla Leaders. И мы привели туда молодых людей с тем, чтобы они познакомились с этими делами. Что проводится во всем мире? Они могут нам эти новые находки, нам, так сказать, предоставить. Но это возможно только лишь в том случае, если вы связаны с интернетом. И мы опять, и все опять завершается, так сказать, закрывается на этом вопросе, замыкается на этом вопросе. Информация есть, например, в городах. И вопрос, который мы здесь ставим, как выглядит ситуация в сельскохозяйственных регионах. Если бы где-нибудь в сельхозрегионе они увидели бы самоуправляющийся автомобиль, то все бы подумали, что здесь имеет место какое-то колдовство. Это значит, что мы сначала должны поработать с людьми, которые проживают в городе, а затем уже действовать на селе. А что касается регулирования, это то, как вы уже сказали, у нас есть закон о защите персональных данных, очень интересный закон, который предписывает, что каждый, кто имеет дело с персональными данными другого лица, должен быть зарегистрирован в агентстве, которая его контролирует. Но мы не знаем, делают ли эти люди это или нет, регистрируются ли они или нет, и как они пользуются этими данными. Закон существует, но закон сам по себе влечет за собой возникновение других вопросов. Конечно, общий регламент по защите данных тоже играет определенную роль именно для предприятия, которое осуществляет международные сделки. Если вы, у вас есть сделка с европейским предприятием, тогда вы должны, конечно, соблюдать общий регламент по защите данных, потому что другая страна это будет проверять. Это значит, что защита данных будет в центре внимания и на другом месте. Конечно, мы знаем, что защита данных есть важным элементом в области интернета вещей. Если у вас есть какие-либо вопросы, то, пожалуйста, приступайте к микрофону. Может быть, есть у кого-нибудь вопрос, пожалуйста. Задавайте нам этот вопрос. Вы можете вкратце представить себя. Добрый день. Я являюсь уполномоченным по защите данных. Меня зовут Клаус. Я вопрос направляю нашим африканским гостям. Я исхожу из того, что что много у вас используется мобильная технология, меньше, может быть, смартфонов. Как выглядят у вас аспекты безопасности при использовании именно мобильной связи? Я думаю, он лучше разбираться в этом вопросе, потому что он занимается уголовным преследованием. С моей перспективы ситуация выглядит следующим образом. Я часто имею дело с людьми. У нас были контакты с ганайской полицией, которая говорила о киберпреступности, которая осуществляется с помощью мобильников. Было установлено, что количество таких атак ежегодно растет. Например, лицо звонит другому лицу и говорит ему, что из-за какого-то повода ему следует перевести большое много денег, но в конце концов выявляется, что это была, конечно, ложная информация. Мы видим, что было совершено преступление, но как доставить кого-нибудь, как кого-нибудь наказать, если у вас нет доказательств? И в Гане ситуация такая, что есть специализированная полицейская структура, которая специализована на онлайн-преступности. Но здесь и возможно, что само преступление было совершено в какой-нибудь другой части мира, но с ганайским телефонным номером. Мы уходим от настольных компьютеров, переходим больше к смартфонам, потому что каждый может пользоваться таким смартфоном. И это обозначает для уголовного преследования, что объем работы у нас растет, у нас есть
специальная уголовная полиция по онлайновым преступлениям. И здесь, конечно, работа очень сложная. И мы... Это то, что я знаю, что касается полицейской деятельности. В Замбии ситуация следующая. Мобильные телефоны, мобильные смартфоны используются уже в очень большом количестве. У нас сейчас больше смартфонов, чем скажем, обычных мобильников. Хотел бы ответить на ваш вопрос на двух уровнях. Во-первых, регистрация не нужна, если вы покупаете мобильный телефон. Если вы покупаете сим-карточку, тогда есть законы, которые предписывают, что вы должны зарегистрироваться. Это значит, что провайдеры, значит, предъявители услуг, они должны знать вашу идентичность, у них должна быть ваша фотография, они должны иметь биометрические данные о вас. И если осуществляется преступление, тогда эти биометрические данные используются для расследования. Мы, значит, знаем, кто стоит за каким номером, кто находится за каким номером. Это обозначает, что ваши данные могут быть связаны с данными, которые есть о вас вообще. Что касается преступлений, количество преступлений растет. У нас есть система мобильных денежных транзакций. Конечно, у нас есть и банкоматы, но в большинстве случаев мы пользуемся мобильными услугами оплаты. Это обозначает, что мобильник является вашим кошельком. И это обозначает, конечно, что там осуществляется много мошенничества. С точки зрения безопасности. Вот у меня в руках мобильный аппарат, мобильник, и, может быть, возникает проблема с каким-либо приложением, которое я скачал. Есть, скажем, пробел в вашей безопасности. Скачать что-нибудь — это очень дорого, потому что и очень мало людей обновляют именно регулярно свои приложения или свои программные обеспечения. Потому что если вы скачаете 1 гигабайт данных, тогда это дорого. Это будет дорого. И люди не знают, насколько ценными являются эти обновления. Если они, скажем, являются небезопасными, тогда можно внедриться в систему вашего онлайн-бэнкинга. И проблема высокой стоимости данных является в том числе и проблемой безопасности. Большое спасибо. Есть еще какие онлайновые вопросы? Какие-либо онлайновые вопросы? Да? Хорошо. Мы говорили о органах надзора и регулирования, которым не хватает технических знаний, но такие проблемы существуют и в гражданском обществе. И вопрос... Насколько в Индонезии у вас по планам в области Smart Cities, умных городов и технологий, которые ограничивают частную сферу или вмешиваются в частную сферу, определили ли вы там тоже какие-либо проблемы, если речь идет о поддержке групп в гражданском обществе, например, женщин, молодежи и так далее? Чего не хватает, что для того, чтобы удельный вес граждан был выше? Исходя из нашего опыта, мы можем сказать, что правительство часто сначала реагирует технически или с тактической точки зрения при внедрении новой технологии, затем осуществляется регулирование, и при этом часто ограничиваются права граждан. А гражданское общество, в том числе и ущемленные группы, стараются определить или измерить, как последствия данного законодательства повлияют на них. Потому что существуют различные ситуации, где технологическая инновация ведет к новой дискриминации, в частности, для людей, которые и так уже
отделены, так сказать, или ущемлены в своих возможностях или правах. И поэтому мы стараемся органам регулирования и правительству предоставить рекомендации, потому что у правительства часто нет достаточного понимания и достаточных знаний о том, какие воздействия есть у данной технологии, и последствия влечет за собой данная технология и данное регулирование. И таким образом мы стремимся к тому, использовать демократическую систему с тем, чтобы поддерживать контакты с правительством, контактировать правительство с тем, чтобы действительно мы предоставляем ежегодные рекомендации правительству, но иногда гражданское общество критикует, в принципе, весь процесс, все то, что сделало правительство в отношении того или иного вопроса. И мы пытаемся вести стратегическую дискуссию, в принципе, так же, как этот подход многосторонних заинтересованных сторон. Большое спасибо. Мы уже почти пришли к концу дискуссии. Мы уже много говорили об этом самокате. Я не из Африки, и я никогда не была в Африке, но я также была удивлена, так же, как и люди, о которых вы говорили. Это было в Калифорнии, и вдруг все было понятно. В той части Америки нету пешеходов, и поэтому естественно, что в машинах не было водителя. Меня это не так сильно удивило. Было интересно, но не так уж удивительно, потому что технология в одной части мира уже развилась и затем используется в другой части мира. И очень трудно оценить последствия, если такие технологии используются в различных частях мира. Мы слышали о гражданском обществе, о молодежных группах, о предприятиях, о правительстве. И важным является именно то, чтобы мы контролировали друг друга, потому что существуют риски в нашем поведении, в поведении нас всех при использовании этих технологий. Я надеюсь, что у нас будет скоро лучшее будущее, где у нас будет лучшее понимание об этих вещах, о которых мы говорили, и что у нас будет интернет, которому мы можем доверять. Большое спасибо, что вы так поздно сегодня днем также еще принимали участие в данном заседании. Спасибо.